Короче, вышли мы на улицу. Здесь сугробов просто капец. Пошли. Первый раз, когда выходишь, начинается такая резкая боль в глазах, потому что очень больно. Снега много, белое все. Вот а птички. Ой, можно? Ой, я ж можно. Да, можно. Вот птички едят. Голубям сейчас, конечно, тоже не сладко. Пошли. Кормят тут голубей. Снега много, кушать не получается. Ой, я мусорку снимаю случайно. В общем, снега валом. Мои глаза только начинают привыкать к этой белоснежному покрывалу. Ну тут немножко... Оп! Чуть не упала. Тут немного расчистили дорогу. Кошмар. Короче, мы топаем к зубному. А Эрни вдруг приспичило заболеть зубу. Что-то у него там непонятное с зубом, я так посмотрела. Не могу разобраться, то ли фигня какая-то с зуба. В общем, у нас сейчас будет проба посетить стоматолога детского на нашем районе. Мы уже тут чинили один зуб. Вроде ничего. Эрни, давай, двигайся, двигайся вперед. Очень не густо и очень снежно. До сих пор мои глаза толком не могут привыкнуть к такой белоснежной весне. Что творится с погодой, непонятно. Вот как выглядят машины. Кому-то не повезло однозначно. Блин, ну это я в шоке, конечно. Ждали мы весну, вроде как уже потеплело. Вроде как все напялили курточки. А потом вдруг бах, и выпало невероятное количество снега. Да, зима. Достаточно много. Зимой столько снега у нас не выпадало. Морозец шурует. Очень морозно. Машины, конечно, все стоят в таком положении, что им тяжело сейчас выбраться. Меня интересует один вопрос, каким образом мы попадем к стоматологу. Тут все замело. Ой, это надо, наверное, обходить. Аж обходить, да, придется, Эрни. Короче, такая утопия у нас здесь. Нас затопило в прямом смысле этого слова только снегом. Это все, что я вам показываю, достаточно глубоко, что я даже не решаюсь пойти туда и ступить на эту белоснежную простынь, потому что я попросту могу упасть и утонуть там. Так что мы обходим. Короче, побывали мы у стоматолога. Детского нету, но я попросила, чтобы взрослый посмотрел, потому что у нас там какая-то фигня реально. И он сказал, что там надо удалять десну. Ну там реально, там получается как зуб вылез и сверху поднял эту десну. И в общем, что есть, то есть. В среду мы записались на 12, придем удалять десну. Че, кусок десны, капюшон, как он называется там. Боже, сколько снега. Теперь нам нужно добраться, двигайся, Эрни, до магазина. Это будет... Оп! Это будет долгий путь, потому что он тяжелый. Так вот. Ни соль, ни вода. На-на-на-на. Тут чуток расчистили. О! У меня полный сапог снега. А у меня нет чего-то. Ну, благо, хоть немного расчистили. Да нормально же это. Мне интересно, когда это все будет таять? Что будет происходить на самом деле? Мы будем плавать, что ли? Можно уже резиновую лодку покупать? Море? Это же будет просто катастрофа. Катаклизма какая-то, когда это все таять начнет. Вообще минус обещают где-то практически до конца марта. А там пойдет плюс. Это значит, что
начнется таять. Будем плавать. Блин, так лень покупать резиновые сапоги, еще деньги тратить. Да, красота! Меня занесло, сорян! Идем мы с АТБ уже. Пора двигаться домой. Эр, не облизывай снег, туда писают. И плюют. Да не должен он печь, он просто холодный. Пошли. О, вон, АТБ-ху завалил. Двигаемся дальше. Сейчас мы отправимся домой. По такой погоде особо не нагуляешься. Ну, в общем, под конец своего видео хочу поздравить всех с наступившей весной, с хорошей погодой. Птички поют. Все отлично вообще. Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь природой и погодой. Ой, как-то так. Ой, все, меня сдувает.